Приветствую вас. Давайте а, разберем сейчас вопрос а, человека а, Евгении Юрьевны Ивановой. А, это довольно интересный воп вопрос, а, потому что говорить я буду а, не о не столько о самом вопросе, хотя и о нем, конечно же, тоже поговорим безусловно. Я буду говорить а, о, о самом, так сказать, подходе к вопросу, потому что как мне кажется, это весьма важно. В данном случае мы имеем вопрос без вопроса. Вот, в данном случае. В данном случае мы имеем вопрос, в котором нет. Собственно, вопрос. Uh, при том, что автор описывает uh, ситуацию. Uh, ситуация достаточно непроста. Ситуация uh, довольно сложная она э, связана э, с семьей, вот То есть, это э, семейные семейные отношения, вот. Но э, штука в том, что автор вопроса выглядит очень потерянным здесь. Я э, поясню. Uh, что я имею в виду, да, в процессе, когда буду um, как бы отвечать, когда буду uh, читать, собственно, вопрос и uh, давать комментарии. Но хочу сказать, что основная проблема здесь заключается именно в том, что Обозначая э, как бы трудность, обозначая проблему, э, человек не задает свой вопрос, то есть не ставит задачу. Не ставит задачу он, э, видимо, э, не перед собой, не перед нами, психологами. А значит, скорее всего, ситуация рискует остаться нерешенной. И вот это, собственно, и является э, тем моментом, тем аспектом. Да, э, почему я... Так много на это обращаю внимание. То есть, почему я говорю о том, что очень важно о, задавать вопрос? Потому что вопрос задача, о, которую в данном случае ну, можно о, ставить перед нами. Вопрос задачи, которую может ставить э, перед собой человек, является демонстрацией, показателем, э, так скажем, актом того, что есть готовность что-то делать, есть готовность что-то менять есть готовность куда-то двигаться. Сейчас мы имеем проблему, которая, по сути, по сути дела, виснет, виснет в воздухе. К сожалению. Мы имеем дело с ситуацией, когда проблематика, ну, ни много ни мало э, рискует никак не разрешиться. А это давайте вот э, ну признаем. Честно, очень серьезно, во-первых, а во-вторых, это а, ставит под, скажем так, под, под сомнение целесообразность того, для чего нам, в общем-то, задают вопрос. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому, э, если, если э, мой ответ будут слушать не только автор вопроса, но и другие люди, я отдельно хотел бы э, обратить, вни ну, обратить внимание на важность... А, постановки задач. Итак. У меня вопрос по поводу отношений с моим сожителем. Мы живем два года вместе, у меня есть сын от первого брака. Он часто гнобит ребенка за мелочи, обзывает, кричит на него и на меня тоже. Матерится. Что мне делать и как вести себя с мужем, чтобы это прекратилось? Вроде бы спрашивает... А, вроде бы спрашивает а, Евгения Юрьевна. А? Вроде бы спрашивают. Зафиксируем это. А дело в том, что я не знала, что он такой дубрака. Мы жили в разных городах. Вчера я играла вечером с ребенком. Он смеялся, а муж был в ванной. И оттуда кричал, что было спокойно. Потом, когда спать легли, сын сказал мне, мама, просыпайся, как муж зовут, чтобы выключил телевизор. Из-за этого муж заорал, начал обзывать сына девчонкой, хлопнул дверь и ушел. Мы расстроились, потом я всю ночь слушала, какой мой сын плохой, что я расшу его девочкой. Он постоянно говорит, что я отношусь к сыну как к пупу земли, к пупу э, земли. Потом на следующее утро я была раздражена, а сын с побежал в себе в спальню, хотя я не разрешаю, отправил его на кухню, он меня обозвал. Я боюсь за своего ребенка, кем он вырастет, если я, я, и дальше буду в таких отношениях. Но сыны с 7 лет стали жаловаться в школе, окружающие, что он всех обзывает пробовала с поговорить на этот счет, он говорит, что ничего менять не будет в своем поведении. Да? Итак, поехала. Вопрос по поводу отношений с моим сожителем. Мы живем два года вместе, пишите вы. Ну, наверняка, если вы живете два года вместе, то каким-то образом вы что называется сошлись ну то есть вы сошлись вы что называется а, на чем-то сошлись то есть что-то что-то вас стало объединять что-то между вами появилось общего. Uh, вот довольно важный момент. А что общего между вами? Что вас объединяет? Собственно говоря. Собственно говоря? Потому как uh, сейчас, исходя из uh, вашего ну, сообщения, да? Исходя из вашего текста непонятно, что вас объединяет, что между вами общего. Вы описываете э, ситуацию таким образом, что вы ругаетесь, что есть конфликты э, и так далее. Но общего там между вами что? Вот это пока что. Я бы сказал не ясно, а разбираться с этим с этим вопросом нужно, потому что то, что вас объединяет, потому что то, что вас, свя то, что вас связывает, является основой для отношений. И если вы не обращаете внимания на, на то, что вас связывает, на то общество, что, что между вами есть, то мы можем таким образом, ну вот по большому счету фиксировать, разрыв мы можем фиксировать таким образом а, несоответствие а, дихотомию в какой-то степени вам а, что-то в вашем а, как бы партнере не нравится вот вы предъявляете ему претензии, требуете от него каких-то изменений, да? А он, в общем-то, не хочет его, в общем и целом, а, судя по тому, что вы описываете, да, его, в общем и целом, все устраивает, судя по всему. Вот. Дальше. Uh, у меня есть сын от первого брака. Пишите вы. Uh, здесь довольно интересный и важный, как мне кажется, момент. Почему? Uh, дело в том, что у вас, uh, судя по описанию, uh, не сложились отношения в... А, ну вот в, в браке, пер, в первом браке. У вас не сложились отношения в первом браке. У вас а, брак а, поч, ну, почему-то распался. На то были и есть причины. Но видите ли вы эти причины? Видите ли вы основания для, собственно, вот того, что брак распался? Согласитесь, это большой вопрос. Ну, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, вы этого не, не видите. Uh, сейчас вы, вы не видите этого, на мой скромный взгляд. Uh, на мой скромный взгляд, вы uh, не видите uh, того, из-за чего ваш uh, брак распас. Первый. И, естественно, uh, вы не видите uh, связи между тем... Что? А брак распался. У вас и тем, что происходит сейчас. А связь, конечно же, есть. Она... Это связь, что называется... эта связь, что называется, прямая. Да? Вот. Только пока что вам она недоступна эта связь и связано э, как бы ну представляет из себя эта связь э, ваше поведение вашу вашу э, так скажем э, поведенческую модель то есть то как вы себя позиционируете то как вы себя ведете то как вы выстраиваете отношения с э, мужчинами. А по поводу чего вы выстраиваете отношения с мужчинами? Что вы делаете общим в своем взаимодействии с мужчинами? Понимаете, да? сейчас об этом речь не идет сейчас мы об этом не говорим понимаете мы сейчас говорим о том чтобы э, чтобы вам поговорить с, э, со своим мужем так, чтобы он начал делать то, что вы хотите. Только вот зачем ему это, если его все устраивает сейчас, судя по всему? Да? Далее. Uh, значит, он часто гнобит ребенка за мелочи, обзывает, кричит на него, на меня тоже матерится. Но ну, uh, это может быть связано uh, с тем, что uh, человек, так скажем, ревнует к предыдущим отношениям, да, то есть uh, мужчины uh, довольно uh, часто, скажем, uh, скажем так. Э, весьма, весьма болезненно э, реагируют на э, детей от предыдущих, ну от предыдущих отношений, вот. Довольно часто они реагируют болезненно, потому что ребенок как бы напоминает э, им э, э, мужчинам. Напоминаю о том, что у его э, женщины был другой, как бы. И если здесь не хватает, если здесь недостаточно э, личностной э, связи между людьми, вот, то, конечно же... А возника, ну, возникают трудности и возникают ну, проблемы и конфликты. Вот. Это, я бы сказал, хоть и довольно неприятно, но вполне реально. Вот. Это результат э, организации в вами отношений со своим мужчиной. Вот. Так скажем, э, ваша позиция. Э, на мой взгляд, позиция, ну, я бы сказал, зависима. Скорее всего. Э, наверняка не знаю, наверняка не знаю говори, э, утверждать. Э, вот. Um, на 100% утвер утверждать не буду. Но кажется, что как будто бы зависима э позиция у вас. Как будто бы вы вот э зависите от э мужчины сейчас. Вот. Такое впечатление, по крайней мере. У меня возникает. Но, повторюсь, э, могу быть неправ. Дальше. Э, что мне делать, как себя вести с мужем, чтобы это прекратилось? Да? Вроде бы, есть вопрос, э, скажете вы, ну, вопрос же есть. А давайте уточним. Да? Вот вы спрашиваете, что делать, как мне себя вести, чтобы это прекратилось. Вот а, что будет, а, когда это прекратится. А, то есть, наверное, когда это прекратится, вы а, вновь а, вернетесь к своей предыдущей модели модели отношения так получаются Ну, надо понимать, э, надо понимать так, исходя из э, того, что вы пишете. То есть я целью своей достигну. Достиг, до, э, и все и можно будет возвращаться. Обратно к ну, более привычной модели поведения так, так получается. Видимо, это вы хотите сказать. Вы спрашиваете, как себя вести и что мне делать. Для этого нужно узнать, для этого нужно узнать вас, понять более-менее, что за партнер у вас какой партнер? Вот. Что ему важно, что ему ценно, что ему uh, интересно. Uh, что ему uh, дорого и, и так далее. Uh, вы, вы же думаете, что... Вот сейчас а, мы, мы вам а, дадим уже сразу готовый совет. А как вы хотели бы себя вести? Например, как вы можете себя вести? А? Поймите, пожалуйста, пожалуйста, что если вы себя как-то не ведете а, ну сейчас то значит значит вы не можете вести себя по-другому если вы себя э, сейчас ведете вот так, ну вы не можете вести себя по-другому, вы не можете. И от наших э, советов вы себя по-другому ввести не начнете, к сожалению. Вот это а, тоже очень важный момент. Знаю почему вот абсолютно а, никакого а, нет смысла как бы в том, что вы спрашиваете. А, если бы, например, вы а, спросили бы, допустим, а, что, я, а, что я могу себе изменить, да, или если бы вы там, к примеру, сказали, я хочу измениться сама, да, было бы здорово, мы бы сказали. А что делать, как, как себя вести, мы не знаем. Тем более, чтобы это прекратилось, потому что а, гарантию а, вам, что это прекратится, да, а, даже если а, вы будете вести себя а, а, как-то, ну вот по-другому, гарантии никто не даст. Ну, потому что я нельзя дать такую гарантию. Потому что ваш муж э, вне зависимости от того, э, как вы э, ну, будете себя вести, э, все равно может вести, может вести себя так, как он себя ведет. Потому что он может быть по-другому. Не может а может быть, и даже не хочет. Понимаете, какая штука? И возникает интересный, интересный момент. И что тогда? Если он себя по-другому вести не хочет и не может, что тогда? Что тогда? что, что вот в таком случае. Понимаете, да? В чем здесь момент? Дальше. Дело в том, что я не знала, что он такой добра, мы жили в разных городах. То есть получается, что вы выстраивали отношения на расстоянии. Получается, что вы выстраивали отношения на расстоянии и не знали, какой человек. Понимаете, какая штука? А, люди приходят а, в отношения на расстоянии не просто не просто так. Люди приходят в отношения на расстоянии, особенно когда у них не складывается, ну вот, ну, в предыдущих отношениях. Что? Совсем не просто так. И у меня к вам соответствующий вопрос как мы пришли в отношения на расстоянии. И даже если вы были в отношениях на расстоянии и не знали, какой это человек, ну, потом же вы узнали, вы могли, точнее, узнать, пообщавшись с ним, по взаимодействовал с ним. Правильно? Но ничего из этого вы не сделали. Вы, судя потому, что вы описываете, вы куда-то спешили. А может быть, боялись а, человека потерять? Может быть, боялись, что он э, уйдет, убежит. Вот подумайте. Не, э, не просто же. Так э, люди дают себе время узнать друг друга. Вы себе... Как будто бы это время не бяло. Понимаете, да? Ну, я повторюсь, как будто бы. А когда вы узнали, какой он человек, ну, как, когда вы поняли, когда он э, себя э, проявил, как же вы отреагировали? Это вопрос. Дальше. Вы пишете. А, вчера я играла с ребенком. Да, то есть какой -то скачок. Он смеялся, а муж был в ванной, и оттуда кричал, чтобы было спокойно. Это ситуация. Эта ситуация является, э, так скажем, э, следствием модели поведения между вами. Понимаете? То есть вы описываете действия, но действия рождаются из отношений. Поэтому мне э, в данном случае больше интересны не действия, кто делал, кто что вчера делал. Мне больше интересны интересно отношения. Муж кричал, э, чтобы было спокойно. Первый раз, когда ваш ребенок, например, э, играл с вами. Я думаю, нет. Я думаю, он это делал не впервые. Почему вы сказали и рассказали только о в этом случае? Интересно? Мне очень интересно. Дальше. А, потом, когда легли спать, да, когда легли спать, кто лег спать, опять же, а, потому что взрослые дети ложатся в разное время, сын сказал мне, мама попроси папу, а, чтобы выключить телевизор. Ну, во-первых, почему сын сам не обратился, а во-вторых, что а, спите с ребенком а, вместе как как это а, ну как это в данном случае а, происходит я пока немножечко не улавливаю кто как попросил да вот но тем не менее здесь угадывается что здесь угадывается а, размытие Ответственность. Здесь угадывается размытие ответственности. Где я? А, где мой ребенок? А, за что отвечаю я? За что отвечает мой а, ребенок? И так далее. То есть здесь угадывается вот это вот а, размытие ответственности. Тем более ребенок как бы 7 лет. Да? Ну, как бы э, понятно, что отношения, то они могут не складываться между ребенком и вашим э, вашим э, партнером. Но это уже в данном э, случае вторичная история. На что еще хочется обратить внимание? Вы говорите. Сын сказал мне, мама попросил Пащу, как мужа зовут, чтобы выключил телевизор. Из-за этого муж заорал и начал обзывать сына девчонкой. Ничего, вы ничего не, не заметили? Вы, вы сказали муж. А в тексте до этого вы пишете сожитель. Не муж. Сожитель. И штука в том, что муж. Это муж. А сожитель. Это сожитель. И у вас сожитель. А не муж. Но вы называете его мужем. Опять, а то до этого называли сожителем. Возникает вопрос. Отдаете ли вы сами себе отсчет в том, кто этот человек для вас? Да? Ну, просто, просто, просто вот отдаете вы себе в этом отсчет или нет? Это очень важно. Чтобы а, вы видели, чтобы вы замечали, как у вас а, вот, а, ну, в какой-то степени болтается, получается, ваша а, позиция. Вот, поймите правильно. Я вас ни, ни в коем а, в случае не обвиняю, ни в коем случае. Я просто хочу обратить ваше внимание на важные вещи. По моему мнению, и это в целом должно помочь вам увидеть, как себя вести. Сейчас вы этого не видите. Но если вы внимательно посмотрите на то, что я сказал, появятся мысли. Понимаете, да? Это важно. Дальше. Муж да, он начал обзывать сына девчонка, хлопнул дверь и ушел. Мы расстроились. Кто мы? Ну, кто мы? Потом я всю ночь случила, какой мой сын плохой, что я расшу его девчонкой. А, это следствие м -м, другого конфликта. А, вот. Это следствие другого конфликта. Uh, более на мой взгляд глубокого, так скажем, нежели то, как вы об этом сейчас говорите. Вот. Я хочу, чтобы вы вот это постарались увидеть. Что... Описываемая вами история это следствие чего-то э, чего другого. Какой-то другой проблемы. Э, возможно. Следствие проблемы между вами. Это понимаю, недоверия, но может быть и в принципе в целом результат а, культуры, действий человека. Просто того, какой он есть. Вот он... Вот он вот такой, например. Вы сами говорите, что э, не знали, что он такой, потому что вот были как, как бы э, в... разных, Ну, в разных э, городах сил. А потом соответственно сошлись да и ну узнавали друг друга э, в общем и целом что называется э, в полевых условиях как говорится ну по крайней мере я так этот момент э, понял увидел Уловил. But... Дальше. Um, так, он постоянно говорит, что я отношусь к сыну как к пупу земли. Это ревность, но и вам нужно uh, свою модель, конечно. Проанализировать и посмотреть. То есть э, как вы относитесь к своему ребенку? Вот. А, дело в том, что, а, безусловно, действия действия, а, ну, действия мужчины а, не явля не являются, на мой взгляд, теми, которые... Uh, ну, ну, можно обобрать, так скажем, но uh, в то же время uh, может быть uh, есть повод uh, для вас. ну действительно вот как-то задуматься есть повод для вас а, действительно ну, ну может быть а, пересмотреть а, свое взаимодействие с, с а, ну, со своим ребенком вот, может быть, может быть, вы, э, ну, действительно, э, там, где-то относитесь к нему, ну, вот, э, балуя его. Я не знаю. Э, повторюсь. Э, как... Ну, как... По, э, как дела обстоят. На самом деле. Я не знаю. Э, не могу знать. Но привлечь ваше, ваше внимание, так скажем, очень бы хотел к этим вещам. Дальше идем. Потом на следующее утро. Так, а вы как-то остановитесь, да? То есть, вот. Это правда или неправда, что вы относитесь к нему как к попу земли? Я была раздражена. Это тоже нужно поисследовать. За вашим раздражением что-то находится, за вашим раздражением. Что-то стоит. Вот. Это нужно поисследовать. Понимаете, какая штука, какая штука. нужно поисследовать а, вот этот момент. Потому что раздражение взялось а, не на ровном месте у вас. А, не ни, ни из ниоткуда оно, оно появилось. К, к сожалению а вы, получается, в этом смысле просто вот, ну, проскакиваете вперед, вот, не придавая этому значения, не уделяя этому внимания, судя по... Тому, что я могу видеть. А, дальше. Сын, который побежал с еду в едой хотя не разрешаю, отправил его на кухню. Он меня обозвал. Но опять же, есть ощущение, что это следствие определенных проблем. Я боюсь за своего ребенка. Каким он вырастет, если я дальше буду в таких, в таких отношениях? А, ну, тут скорее... Uh, что будет uh, с, uh, с вами больше и уже как бы потом, что будет uh, с ребенком, то есть тут uh, тут uh, интереснее больше uh, вот этот в вот этот момент, что будет uh, со мной если я продолжу э, находиться вот как бы ну, э, в таких отношениях вот это куда более интересный э, как мне кажется момент потому что Uh, ребенок, ну, он в этом, смы в этом, uh, в этом смысле, uh, ну, как бы, uh, отражает, так скажем, uh, то, что делаете вы. К, к сожалению или к счастью, ну, э, на мой взгляд, э, скорее к, к сожалению, да, ну, то есть, как бы у ребенка тут э, выбора, выбора особо нет. Вот. Итак, вы боитесь. Э, дальше. На сына 7 лет Непонятно, это другой, а, ну это другой ваш ребенок или а, это а, тот же ребенок, а, то есть как-то вот здесь довольно сбившего у вас а, получилось. А, Но ну, вы пишете, что на него Стали, стали жаловаться, значит, жаловаться стало в школе, окружающие всех всех, всех обзывал. И вот у меня к вам здесь еще один вопрос. Так вас, простите, больше волнует, что на сына э, вашего жалуются? Или вас волнует то, что вы несчастливы? Или что сын ваш, к примеру, ну, к примеру, да, несчастлив? Вот, то есть, ну, давайте э, вот э, тоже э, постараемся определиться, э, ну, с этим, э, с этим моментом. Да, э, как бы, что вас волнует-то? Вот на это обратите, пожалуйста, свое, э, свое внимание. Это, как мне кажется, довольно важный э, момент для нас. Потому что если, если вы скажем так беспокоитесь о ребенке ну вот о своем ребенке если вы беспокоитесь это одно если вас волнует то что на него жаловаться это извините другое то есть, как бы Мотивация здесь а, равна, И цели разные. А у меня в целом такое чувство, что вы пожаловались сперва на мужа, потом пожаловались на ребенка вот и спрашиваете, что делать я не знаю что делать говорите вы я не знаю как я оказалась в такой ситуации вот. и вот эта позиция что я не знала как я оказалась в такой э, ситуации на мой взгляд и является э, ключевой э, в том, что составляет на данный момент вашу проблему. Я бы, наверное, так ответил бы. Вам на вопрос, mm. который вы сейчас задаете. Пробовал, будем говорить на этот счет, он говорит, что ничего менять не будет о своем поведении. Да? То есть как-то вот эм, вы требуете, ну, э, требуете как-то вот от других людей, чтобы они изменились. От своего сына, от мужа. Вот. И спрашивайте, как мне себя вести. А вот насколько вы себя, естественно, ведете с мужем и сыном. Вот. Насколько вы себя уважаете? Цените, слышите, любите. Насколько вы а, к себе, так скажем, а, внимательны. Вот на это хотелось бы обратить. Ваше внимание на эти вещи, на вещи касаемые а, вашей собственной жизни, ваших собственных интересов, увлечений, выборов и стремлений. Понимаете? Если вы... Этому не уделяете свое время. Если вы себе не уделяете э, вре время, и если вы о себе не, забо не заботитесь, то как же в таком случае вас будут ценить, ценить окружающие? Да, у вашего сына агрессия. А, ваш а, сын а, снимает напряжение а, таким образом. А, на мой взгляд, это совершенно очевидно, и а, ну, принимая во внимание... Те э, факты, которые вы описали, я думаю, что это не э, худший вариант. Вот. Который мог бы быть. Это правда. Но ситуация, ну, не меняйте в первую очередь. Э, Учиться уважать э, с, э, себя вам э, необходимо, когда вы э, научитесь себя уважать, то вы а, ну вот в этом смысле а, ну, привьете себе уважение а, и разобьете вот в какой-то степени а, личные границы между ребенком, да, между, а, ну, между вами ребёнком, между вами и а, мужчиной. Вот, когда вы а, не, а, не будете а, называть а, сожителем мужем. А вот, потому что сожитель ⁇ это не муж, это именно что ⁇ сожитель. Uh, когда когда вы родитесь с вопросом, uh, чего вы хотите вообще сами. Сами для uh, себя. От своей жизни. Чем вы Чем вы живете? Опять же, по жизни своей. Вот когда... Uh, Такие вопросы э, вами э, будут э, заданы. Вот э, тогда у вас, э, как мне э, кажется, э, появится... Реальный шанс что-то изменить. И вот как раз таки уже а, в этой ситуации. В этой ситуации а, психолог может помочь вам себя обрести, ну то есть вот а, помочь себя э, прочувствовать так сказать вот вернуть верну вернуть в, э, вам саму себя вот это то, что мы можем сделать а не говорить вам, взрослому э, человеку, как вести э, себя, собственно, э, с другим э, взрослым же человеком. Это было бы странно, потому что, ну, было бы странно, если бы вы нас взяли бы и послушала. Было бы странно. Потому что это бы говорило в таком случае о наличии у вас, да. А я бы сказал, ну вот, знаете, такой определенный э, внушаемостью. Uh, так скажем. Вот. А это не есть хорошо. Я думаю, что uh, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Uh, вы большая молодец, что обратились за да, конечно, безусловно, ваш муж, а, точнее мужчина, сожитель, а, проявляет а, действия, которые а, формально подпадают под а, позицию абьюзера. То есть он действительно вот, а, ведет себя как абьюзер, но я бы не спешил сам. Э, такими выводами. Любые отношения можно гармонизировать. Это реально. Но для этого нужно, конечно, э, предпринимать вам собствен собственные усилия. И перестать, может быть, всех спасать. То есть, если э, что-то менять, то отнюдь не для того, чтобы это прекратилось, но для того, чтобы изменить свою жизнь, сделать ее счастливее, не только свою, но и ребенка. Вот. А если вы э, реагируете на то, что кто-то на кого-то э, пожаловался, и для вас... Важно это, вот, что на вашего сына жалуются, а не то, что ему там, ну, допустим, плохо, хотя, хотя э, в данном случае вы об этом говорите. Ну, из этого... Э, Ваша стратегия не, бу не будет, а, так скажем, хорошей, вот. а будет она достаточно уязвима. Я надеюсь, что раскрыл основные здесь а, моменты. Uh, я бы сказал, uh, что вам uh, начинать желательно uh, себя с изучения, с исследования себя. И только потом смотреть на то, что менять. Не наоборот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это да позволит вам начать, на, начать с тобой работу. Желаю вам всего самого доброго.